Всем привет-привет! И вот сейчас я вам расскажу о своих небольших покупочках корейской продукции. Да, и в предыдущем видео забыла вам сказать, что взяла еще вот такие вот ценнички, да, как их называют, наклеечки, чтобы на бобинках писать номера. Попробуем. Итак, взяла я два мыла, зубную щетку, зубную пасту и ароматизатор для холодильника. Давайте с него начнем. Вот он, ароматизатор для холодильника классический. У меня уже такой был. Стоит он достаточно недорого, 171 рубль. И неплохо справляется с поглощением запаха. Неплохая такая вещь. Вот я еще его не открывала, не поставила. Но повторюсь, такой у меня уже был. Дальше взяла вот такую зубную пасту. Это у нас зубная паста. Восточный чай. Тигуанин. Здоровые десна плюс защита от кариеса. Мятный вкус. Вот, решила ее попробовать. Здесь у нас сколько? Неизвестно. Не вижу я. Не вижу я, сколько здесь грамм. Вот она вот такая. Открывается она, по-моему, просто так. Вот она голубенькая такая. Мне нравятся эти пасты. Довольна я. Не первый раз уже беру их. Дальше взяла вот такую вот зубную щетку. Вот тут у меня упаковочка. Я уже и пользуюсь. У нее очень мягкие щетинки. Они двуярусные, да, вот такие вот, вот видно здесь. И удобная у нее такая ручка. И здесь вставочки такие. Они не силиконовые, это что-то другое. Но удобная ее. Очень хорошо чистит зубки и не травмирует десна. У меня очень чувствительные десна. И другие щеточки мне травмируют их. А это нет. Вот от нее, вот эта фирма. И вот такая вот зубная щетка. Вот. Если вот так вот, да, вот получишь. Вот так. И два мыльца. Одно пойдет маме в подарок, это вот это с алоэ. И вот это взяла себе на пробу. Здесь у нас косметическое мыло 5 злаков, 100 грамм. А здесь косметическое мыло алоэ просто. Вот. Приятно пахнет, вот это вот я открыла, оно здесь еще упаковано. То есть вот так. Вот это также упаковано. Вот такое вот мыло. Очень приятный у него такой аромат. Не мыльный, такой какой-то вот травянистый. Но очень приятно. И довольна я этими покупками. Там еще были стиральные порошки, ополаскиватели, шампуни. Но это может быть уже в следующий раз буду брать. Да не может быть, а точно буду. Итак, вот это были все мои покупочки. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.